Что мы знаем о Витусе Беринге? То, что Беринг руководил двумя экспедициями, то, что он открыл Командорские острова, то, что он основал Петропавловск-Камчатский. О Витусе Беринге существует много разнообразной литературы. Кстати, привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. И сегодня, как мы любим, у нас распаковка. Распаковка книги о Витусе Йонассене Беринге. Вот такая вот маленькая бандероль прилетела ко мне из Петрозаводска, с севера России. И сейчас я покажу вам, что именно в ней находится. Я знаю, что в ней находится, хотя еще не вскрывал. Здесь книга о Витусе Беринге. Историю Камчатки нужно знать. Ежели вы, конечно, живете на Камчатке, и ежели вы не являетесь абрамами родства непомнящими. Я таковым абрамом не являюсь. Поэтому буду вскрывать бандероль из города-героя Петрозаводска. Итак, Беринг. Эта книга вышла в свет в 1939 году. Века минувшего в Ленинграде в издательстве «Главсевморпути», то есть «Главного северного морского пути». Ее автор Борис Григорьевич Островский. Книга эта когда-то принадлежала западному речному пароходству. Находилась в библиотеке политотдела этого самого пароходства, о чем свидетельствует штамп. Я так понимаю, что библиотека давным-давно расформирована, и в результате всяческих перемещений книга о Витусе Беринге попала в мои загребущие руки. И начинается предисловие вот таким эпиграфом. «Хотя почтенный муж сей и плавал через 236 лет после Колумба, но имеет равное с ним право на признательность употребивших его на службу, Беринг открыл им впоследствии новую страну, которая доставила богатый источник промышленности и распространила торговлю и мореплавание россиян». Островской. Беринг. Издательство «Главсевморпути», 1939 год. Ленинград. Вот такая вот распаковка. Любите, цените, знайте историю тех мест, где вы живете. Это точно. Следующий эпизод моего сегодняшнего видеодневничка – это съемки по заявкам зрителей. Меня недавно попросили снять район стройгородка, район Авангарда. И так случилось, что вчера в этом самом районе я был и поднял там в воздух летучий фотоаппарат. А теперь смотрите сами.
районом стройгородка. Вы полюбовались. Распаковку книги о Витусе Беринге вы посмотрели. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня о каких-либо хороших и не очень книгах, я напоминаю, что несколько раз я рассказывал и о действительно плохих книгах, но заслуживающих, так или иначе, внимания хотя бы с методической точки зрения. Пожалуйста, пишите под роликом комментарии там, внизу. Задавайте вопросы, я обязательно и всенепременно на них отвечу. Можете просить меня что-нибудь снять. Я иногда такие просьбы выполняю, как вы только что убедились. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно, и вы сразу не ушли в другое место, ежели вы хотите возвращаться сюда вновь, 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 вновь и вновь, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились волшебные слова «Вы подписаны?». Колокольчик вы тоже нажали? Молодцы, замечательно. Теперь вы не будете пропускать очередные выпуски моего видеодневничка. До свидания.